Привет, дорогие друзья, с вами Воблер, и у нас игра Total Tank Simulator. Сегодня у нас будет новая эпическая битва с танками, самолетами, дотами, взрывами и всем интересным. Потому если вы впервые на канале, обязательно подписывайтесь. А если вы уже мой бывалый подписчик, значит ставьте лайк, вы знаете, что сейчас будет. Итак, ребята, у нас история простая. Наши самолеты-разведчики засекли секретную военную базу Германии, которая, как всегда, разрабатывает оружие массового поражения. Ну, то есть такая вот у нас предыстория. Вот наши истребители-разведчики, видите, они такие летят и обнаружили базу. Они сразу передали в командную рубку, говорят, вот база, скинули координаты, скинули такую вот картинку, в которой мы видим, какие есть тут аэродромы. 3 аэродрома бомбардировщиков, 3 аэродрома истребителей. Также есть маусы, ребята, маусы, штурмтигры, доты, зенитки, которые охраняют эту базу. То есть мне кажется, что прорваться реально будет сложно. Но мы же с вами молодцы, мы сможем преодолеть это, скажем, сопротивление этих танков. И все будет the best. Конечно же, наши разведчики сейчас умрут храбро, вот они, ребята. Но мы придем и отомстим за них. То есть мы сейчас придем с новыми силами, с новыми дотами, то есть с новыми танками, скажем так. Да, Германия победила, но зато разведчики смогли, ребята, скинуть нам картинку. Вот как выглядит база Германии. То есть наша задача сейчас поставить свои войска, которые смогут их преодолеть. У Германии это получается 45 тысяч монет, у нас меньше монет. То есть у нас будет армия намного слабее. Некоторые спрашивают, почему у Германии всегда базы круче? Ребята, ну потому что так интереснее же, когда враг намного сильнее, и ты потом его преодолеваешь. А если у них будет, там, не знаю, 2 танка, а у нас 30, какой же в этом интерес? Ну да ладно, давайте мы сейчас тоже что-то поставим с своей стороны и постараемся уничтожить эту базу. Можно, конечно же, тоже поставить несколько истребителей. Если у Германии 45 тысяч монет, то давайте мы поставим, ну, где-то тысяч, так, давайте 30. Вот за 30 тысяч мы постараемся уничтожить их базу. У нас меньше финансирования, то есть главное сейчас, чтобы мы правильно все расставили и смогли победить. Мы давайте поставим несколько, возможно, бомбардировщиков, которые смогут долететь, все-таки скинуть эти бомбы. Вот у нас сколько тут их будет? Пусть будет 2 бомбардировщика, 2 аэродрома. И также мы должны поставить здесь у нас истребители. Вот, ребята, у нас будут истребители, которые будут это все сбивать. Будем надеяться, что мы сможем неплохо тоже дать жару. Получить пока что на 7500 монет. Также нужно защитить наши аэродромы. То есть нужно обязательно ставить зенитки. Зенитки, вот они, будут стоять спереди, будут постреливать. В таком вот порядке будут стоять зениточки. Зениток реально надо очень много, потому что их бомбардировщики смогут захватить наши аэродромы, если на них приземляться. Можно даже добавить еще чуть-чуть зениток вот здесь где-то по бокам, чтобы они не могли там залетать. Все, в принципе, все расставили. Теперь нужно какую-то силушку, которая сможет преодолеть. То есть мы поставим танки. Давайте поставим самые крутые танки, которые здесь есть. Это у нас ИС-2. Вот они у нас, крутые танки, тяжелые ИС-2, ребята. Они будут ехать. Вы посмотрите, как они дорого стоят. Уже 17 тысяч. Я в шоке. Можно, в принципе, также использовать что-то противотанковое, то есть САУ. Так, это у нас танки, вот, противотанковые САУ. Так, вот они такие будут ехать, сдалека тоже будут постреливать. О, можно еще ж Катюши применить, я забыл, у нас Катюши есть, ребята! Катюша сможет сделать свое дело и хорошо так пострелять. Сколько? 3 Катюши? Вот так вот можно, в принципе, еще сюда Катюшу где-то сбоку поставить. Вот эта Катюша, мне кажется, она здесь лишняя. Пусть Катюши будут где-то отдельно. Тут будут у нас Катюши. У нас еще остается 6 тысяч монет, на которые мы можем поставить войска. И я бы еще, мне кажется, добавил какую-то артиллерию. А где у нас суппорт?
так вот, артиллерия, которая будет стрелять на дальнюю дистанцию. Вот пусть артиллерия здесь перекрывает. Вроде бы такая недорогая, да? Она далеко стреляет, можно даже где-то сзади поставить. Тут где ИСы, да, я думаю, что ИСы, они же поедут вперед, а артиллерия будет постреливать. Здесь у нас артиллерия. Угу. Мины бессмысленно ставить. Что у нас еще есть? Даже не знаю, ребята, что сейчас подцепить. Что поставить? Ну, Т-34, мне кажется, бесполезно. Да что такое оборонительное? Давайте противотанковое поставим. Вот можно крутой. Сколько он стоит, кстати? Так, сюда ставим. Противотанковые. Смотрите, как они будут ехать и рубить всех. Ладно, ну, на 50 монет мы больше поставили. Ничего страшного. Ну что же, надеюсь, что битва будет реально прикольная. И посмотрим, как это у нас получится. Разгромить Германию. Вот, ребята, давайте посмотрим, как выглядит наша база. То есть у нас есть... артиллерия, пушки, вот они будут стрелять на дальнюю дистанцию. Также у нас есть противотанковые Су. По-моему, это Су-100Y, насколько я помню. Это у нас Су-85. Есть у нас Катюши. А, и одна зенитка уже вот сгорела. Сгорела на работе. То есть бракованная зенитка попалась. Вот взлетают наши самолеты, вы посмотрите. О, вот это вообще аэродром стоит, смотрите где. В горах, то есть к нему, мне кажется, даже не подобраться. На высоте. И поехали. Давайте мы переключимся. Вот наш самолет летит, истребитель. Давай, стреляй. Не мы, конечно, ребята, управляем. Куда он летит? Он сразу летит на базу. А тут очень много зениток. Ай, по нему палят. Ты чё? Взорвался. Ну, конечно, две зенитки. Вот враг, Маус едет. Говорит, я всех раскрашу. Вы посмотрите, какой у него ствол. Наши бомбардировщики, кидайте бомбы. Ай, что же вы столкнулись в воздухе? Что у вас за пилоты сидят? Смотрите, немцы уже садятся, заправляются. Видите, заправляется, то есть заряжается. Походу у него топливо закончилось. Что у нас тут происходит? Маус и штурм-тигры нападают. Наши Катюши пытаются дамажить по Маусам. Бедное село, вы посмотрите, просто разгромили. Деревянные конструкции. Давайте мы на кого-то переключим. Самолет это у нас. Вот, сушка. Огонь, ничего не видно, но она куда-то целится. Вот, выстрелил снаряд в Мауса. Давай, взорви Мауса. Давай, давай, давай. Рикошет. Ну, рикошет и в штурм тигра. Нет, не попадет в штурм тигра. Так, вот, вражеские тут-то. Куда мы тут переключились? Это зенитка немецкая. По нашим самолетам бьет. А ну вылазь отсюда! Не надо стрелять по нашим самолетам. ИС-2. У него, по-моему, что-то подгорает, ребята. Сзади, видели, дымился. Подгорало. Пока что непонятно, кто побеждает. Но вроде бы наши не могут прорваться. Да. Ну хотя бы Германия не захватила наши аэродромы. Тут истребители. Прям на... Подождите. Истребители прям летают вражеские и уничтожают наших... Прямо на вылетах с аэродрома. Это нехорошо. Хочет садиться? Фух, нормально, зенитка справилась. Еще, они хотят захватить наши аэродромы. Вот, целится, смотрите. Отлично, зенитка справляется, красавчики. Катюша тоже наваливает. Вы посмотрите, ракетами. О, летят ракеты. Вы посмотрите, как низко. Вот она, ребята, ракета. Так, ребятки, кто насобирает под этим роликом самый топовый комментарий с множеством лайков, я вам дарю эту ракету. Вот беру так и дарю. Сразу же. Это шутка была. Поехали. Пошли наши стрелять. Они стреляют по артиллерии, не по дотам. То есть они куда артиллерию выносят. У врагов уже горит два аэродрома, но пока что мы все равно не можем их преодолеть. Что по... Мы землю контролируем, ребята. Маусов перебили, штурм-тигров перебили. Наши сушки идут в атаку. Вот и съедет, говорит, я ничего не боюсь. Целится, целится куда-то. Вражеский, смотрите, самолет. Катюша, Катюша без домика. Да, у Катюш, походу... Подождите, Катюша вообще отъехали, черт знает куда, от своего места зарядки. У своего ангара, где они пополняют боезапас. Что-то вражеский истребитель немецкий, смотрите, летает тут и что-то
кручу, мучу, надуть хочу. И не стреляет, и чем он тут летает? У него какой-то коварный план. О, наши истребители уже садятся на вражеские аэродромы. Бжж. Взорвали свой аэродром, походу, немцы. Нормально, полетал. То есть, походу, это истребитель. С него такой вообще воин просто никудышний. Заправился, сделал несколько кругов, прилетел, снова заправился. Воевать не хочет. То есть, создает видимость войны, видимость работы. Знаете, такой. О, в дот стреляет наша сушка. Давай. Стреляй. Бдыщ. Попало? Ну, по-любому урон-то нанесли они. Вот наша Катюша стоит. То есть, понимаете, тут идет война, летают самолеты, горят деревья. Они просто, у них обед. Знаете, пусть весь мир подождет, мы их покушаем. Мы воевать не будем. Не, ну я-то понимаю, что они не могут стрелять, потому что у них нету вот точек, где они могут заряжаться. Но все же. Не нужно гулять, значит, едь тарань кого-нибудь. Бешеная Катюша, едь тарань. Может, тараном взорвется. Такая Катюша-камикадзе. Вот, ребята, наша команда побеждает. То есть, команда красных, которую я поставил. И мы все-таки снесем секретную базу Германии, которая тут расположилась. Тихонько думали, что их никто не засечет. Конечно, наши истребители-разведчики смогли это все засечь и без проблем уничтожить. Подождите, нашу всю наземку вынесли. Одна сушка осталась. Сушка, живи. Живи, наши самолеты смогут справиться. Они просто забросают бомбами. Бу, видели, как только что бомбу сбросили прямо на дот? О, смотрите, нашего ранили. Нашего ранили прямо на аэродроме. Он горит. Смотрите, какой кадр. Вообще просто. Получается, наш самолет, истребитель, сел на вражеский аэродром, где взлетают бомбардировщики. Хотел его захватить. Тут, получается, вражеский истребитель, да, синий, Германии, увидел, что аэродром его, скажем, нации, страны, да, захвачивают. И сразу решил уничтожить вражину. Вы посмотрите. Давай мы потихонечку. Прям ударная сила. Говорит, иди отсюда, с этого аэродрома. Негодник. Аэродром и так, правда, горит, ну блин. Это реально круто, вы посмотрите. Это круто. Горящий аэродром. Все горит. Блин. Поехали. У-ху. Все взорвали. Взорвали. Так, где наши вообще бомбардировщики и истребители? У врагов еще остались доты и один бомбардировщик. А, даже зенитка еще есть вдалеке. Ничего себе. У нас уже на земле никого нету. Их доты, конечно, хорошо справились со своей задачей. Перебили все наши танки, все наши... О, враги у нас прям под носом аэродром сделали. Ничего себе, захватили. Неужели Германия победит? Наши садятся. Правильно, ребята, садитесь, захватывайте. Куда ты переехал? Чувак вообще без тормозов. Возвращайся давай обратно, бери аэродром. Все, берет аэродром. Захватывает, да, ребята. Нормально покрутился. Блин. Мне кажется, что у Германии больше истребителей в воздухе, и они смогут убить наших самолетов. То есть, получается, что у Германии остались только бомбардировщики, аэродром, бомбардировщики, бот и доты. Если на... Ай! Если наши сейчас смогут, ничего не смогут. Ребята, мы продули. Дело в том, что у нас остался один аэродром с бомбардировщиками. И все. Вы посмотрите, сколько истребителей в Германии в воздухе. Это наши истребители, которые взлетели с нашего аэродрома. Блин, победа была очень близко. Вот что у них... У них вообще понты осталось. Это у них хитрые истребители. Они прилетели, захватили наш аэродром. Если бы наш аэродром не захватили, мы бы точняк победили. Блин, чуть-чуть, ребята, чуть-чуть мы не дожали здесь их. Да, победа явно не на нашей стороне. Ну, посмотрите, как красиво летит самолет. Падает. О, говорит, меня подбили. Сос, меня подбили. Что мне делать? Горящий такой, видите? Куда-то падает. Все, больше нет в нашей команде никого.
А нет, еще один летает. Смотрите, один истребитель. Навряд ли. Не, ну его уже подбили. Все, он упал. Последняя надежда нашей команды просто упала. Теперь пришлось... Им придется расправиться с нашими катюшами, вот, которые на земле стоят. Ребята, что вы обедаете? Уже все. Бегите. Спасайтесь бегством, а то вас возьмут в плен. Вот они стоят. Ну и почему бой не заканчивается? Не могу понять. Кого они взрывают? У них осталось два истребителя. И в чем прикол? Может, они сами друг друга убьют? У них даже аэродром. Что с их аэродромом? Я не понял, как он взорвался. Ребята, вообще непонятно, что происходит. Как бы осталось два истребителя врагов, которые... Они не хотят стрелять, просто кружат над катюшами, может они... У них топливо закончится, смотрите, мы можем победить. У них топливо заканчивается, смотрите, говорит, топливо нужно, топливо. Говорит, топливо. Что, у них двигатель сейчас остановится, все? Говорит, надо где-то зарядиться. Нужно заправиться. Все, сил нету. Смотрите, нету сил у него лететь. Топливо закончилось. Смотрите, еле-еле-еле-еле. Садится прямо на землю. Ты чё? Смотрите, что он творит. Он просто на землю садится. И стреляет. Ты что, будешь как танк ездить стрелять? Жестяк. О, его как повернуло. Все, он сел на землю. Он не может летать у него. Топливо закончилось. И что будет дальше, ребята? Что это за такой непредсказуемый конец? Куда-то назад покатился. А эти катюши уничтожают. Промазал, он хотел взорвать или что он хотел сделать? Бешеный. Катюша ремонтируется. А этот сгорел. Сгорел на работе. Ты чё горел? Тебя... Не знаю, чего он загорелся. Смотрите, он просто на земле берет и горит. Может, из-за того, что топлива нету, самолеты сгорают. То есть, если не подлить топливо, они... И это тоже, смотрите. Не просто сгорают. Просто самолеты. А этот где делся? Все, сгорел? Что произошло? Что происходит? Что происходит с самолетами? Давайте посмотрим. О, пропал. Как будто их и не было. Но тут, как бы, с одной стороны победила Германия, да, потому что у них остались два дота и осталась еще одна зенитка. С другой стороны, у нас остались еще две катюши, которые просто ничего не хотят делать, они не едут. Но я вам скажу, если бы у нас на один аэродром было бы больше, хотя бы, скажем так, один с истребителями, мы бы точно победили. Короче, ничья. Пусть будет ничья, а то если я скажу, что победила Германия, подписчики обидят. Да, мои дорогие друзья? Ладно, с вами был Воблер, игра Total Tank Simulator. Оставайтесь на канале, и все будет the best. С вами был Воблер. Пока.